Пожарю вкусную картошечку. Володя, чеснока немного? Тебе вообще не было. Да ты что? Да, нам отдельно приготовили. Ой. А это ты себе свининку, да, делал еще? Это какой свининка молодец. На бараньем сале. О боже, какой кошмар. Саймон, ты видел? Саймон, ты видел такой? Он нюхал. Он нюхал? Да. Вот такой сердитый, смотри, такой смешной. Наверное, ему чеснок не нравится, да, запах? Все, чем ты недоволен? Он сосредоточенно нюхает. Он засыпает опять. Свинота нет. Свинота, нет, он не свинота, он котета. Ой, спасибо. Вот Бетси, вот что происходит. Я смотрю на них, дико хочу спать. Просто дико. А вот Саймон. Как хочешь, так и работай. Просто суслики. Все время спят. Ну что ж, я перезаказала то, что мне в прошлый раз не довезли. Еще один сыр мужу, который он любит с плесенью. Вот такой небольшой сырок. Сейчас мы с ним остались вдвоем. Так что сыра нам много не потребуется. Жасмин Дрим. Чай купила. Он рассыпной. То есть буду заваривать в ситечке или в чайнике. Овощи для жарки. Это на тот случай, если быстро что-то нужно приготовить. И я обычно, знаете, они здесь, по-моему, уже, да, с рисом. Но я обычно в готовый рис их добавляю, слегка пережарив. Иногда даже тушу просто. Со специями, с чесночком. И добавляю в готовый рис. Это такой удобный вариант. Сливки 10% и 2 сока. Ну и кое-какие хозяйственные еще товары. И целый пакет мы с вами должны разобрать. Так. Закончились у нас зубные пасты. Как-то так, знаете, незаметно. Я столько вроде этих HakaFresh покупала. Но это, конечно, расходный материал. У них там была хорошая цена на них. Новый жемчуг тоже взяла на всякий случай. И пару щеток. Что решила вспомнить, по-моему, я использовала вот это масло, или я путаю его, возможно, с Dove. Да, наверное, путаю. Это биомасло, деликатное очищение, драгоценные масла, биоактив масел. В общем, я так думаю, ну, попробую, по крайней мере, снимать им макияж, и потом еще буду пенкой умываться, хотя здесь без эффекта пленки, но я всегда все масла снимаю еще потом пенкой. И также SPF желательно смывать именно маслом. Напишите, если пробовали. Вообще, я в последнее время много хорошего слышу о бренде «Черный жемчуг» от вас, мои дорогие зрители, и от блогеров, которых периодически смотрю, чтобы услышать о бюджетной косметике отзывы. Ну вот не помню про это, не помню. Просто попалось на глаза, и я решила, что дабы его положить, то нужно такое купить. Взяла несколько шапочек, они совсем какие-то там копейки стоили, такие одноразовые шапочки, чтобы делать маску масляную для волос. И решила попробовать Home Club сахарный скраб для тела с кофе. Если не ошибаюсь, надеюсь, это именно так, я на него слышала сразу несколько хороших отзывов от блогера. Открыла его, вроде как похож, сахарный, и у него очень вкусный аромат, знаете, какой-то выпечки кофейной. Да, правда, вкусно пахнет. В общем, обязательно вам расскажу. Вообще, на вот этот бренд в ленте сейчас хорошие скидки. Поэтому, видите, у меня получилось сразу несколько покупок от этого бренда. Решила взять две вот такие мочалочки. Вот это очень-очень длинная с ручками. И вот такая, не знаю, какая будет пожестче, такую отдам мужу. Они по хорошей цене шли. И совсем закончились у меня салфетки. Поэтому я от бренда Лента решила приобрести вот такие салфетки. Да, еще что вам не показала. Это бюджетное очень мыло, жидкое. За 500 мл. Там какие-то совсем прям смешные были цены на это мыло. Я покупаю специально для того, чтобы мыть полы. Не хочу, чтобы животные наши отравились. Они с таким любопытством носятся за мной каждый раз, когда я мою полы. И если какие-то агрессивные средства попадают им на лапы, то, ну, они не мелочатся. Они прям летают за мной по мокрому полу, поскальзываются, падают, радуются жизни. Вот. И потом, конечно же, они вылизываются. Поэтому я стараюсь сейчас заменить вот такие активные какие-то средства для мытья пола на более легкие. Конечно, если есть что-то на полу такое грязное, это не ототрет, поэтому я вначале прохожусь щеткой по каким-то определенным, да, местам, где что-то накапало,
какая-то краска, может быть, дочка занимается, когда своим творчеством где-то накапала. И я вначале очищаю, а потом уже промываю с мылом. И промываю два раза, чтобы даже мыльный след не оставался. Ну вот, все необходимое, хозяйственное и даже что-то вот вкусненькое для тела мы теперь с вами попробуем. Напоминаю, жду ваши отзывы, если пользовались, действительно ли снимает макияж. Слушайте, случайно, совершенно нигде не видела до этого. Встретила на почте вот этот крем. Самик просит, чтобы его вычесывали. Видите, лежит. Не отстает от меня. Крем называется «Любава». Никогда нигде не видела. И приобрела его на почте. 250 миллилитров. Такой интересный состав. Смотрите. Состав. 5 натуральных масел, 4 натуральных экстракта, гидролат или что-то там, коллагена. Но он такой питательный, хороший крем. Макс Форте, 250 миллилитров. И совсем там стоил какие-то смешные деньги. И на него еще была акция. Стоил как, наверное, 50 примерно миллилитров крема «Бархатный руки». Самик, подожди еще чуть-чуть. Сейчас я сниму видео и тебя еще подчешу. У меня, конечно, такой контраст. Смотрите. Крем «Прай» дорогущий, да, для рук. Крем «Любава». Напишите, пожалуйста, кто пользовался. Мне кажется, это российская, да, косметика. Давайте посмотрим. Сроки годности 4 года. Ничего. О, ваше хозяйство, изготовитель. Не знаю, друзья, что вам сказать, какой крем будет лучше. Серьезно. Вот от этого крема «Прай» я пока не вижу эффекта. Ни на руках, ни в зоне шеи, декольте у меня такой же. «Любава» питательный, даже более питательный, чем вот этот «Прай». Ну, не знаю, я склоняюсь к тому, что все-таки есть хорошие средства какие-то в бюджетной косметике, их просто нужно отыскивать. Кто знаком с этим брендом, напишите, пожалуйста. Саймон, ну, тебе не мешает? Нормально? Ой, он за то, чтобы его вычесали, готов терпеть все. Продолжаем, зайчик. Да, бурчи. Бурчи, мой сладкий. Нравится? Счастливый котик. Да. Конечно, выдирает, но немного, совсем чуть-чуть. Она в основном такая вот приятная, массажная. Видите? Коже нравится массировать, да? Самик, как приятно! О, у тебя сегодня спа. Спа. Женщина делает тебе массаж. Ой, как приятно, да, зайка? Как приятно. Он, видите, замер. И все, и бурчит. И попу почешь. Да, и попу, да. И тут тоже, и баки почешем. Баки твои, бакенбарды твои красивые. Да, да. Вот она, пьяная Бетси. Вот так выглядит. Вот, дали чуть-чуть кошачьей мяты. И вот таков результат. Кошмар. Сейчас она тебе руку обдерет, она совершенно косая. Вот. Вот что творится. Очень смешная морда такая, бессмысленная. Вот, она вся запуталась в лапах, веревочках. Всем остальном сейчас, не дай бог, ей придет в голову, ну, придет, скорее всего, начать приставать к Саймону, который выпивает очень интеллигентно, вот так буквально. То есть он все вылизывает, вот эту грамульку мяты, и потом спокойно ложится спать. Вот так он ложится, начинает сам вылизываться, да, а Бетси к нему потом пристает. Вот, вот. Вот, да то косится. Это вот, знаешь, Володя, из тех, которые выпьют,
мужчин начинают рассказывать длинные истории или ложатся вовсе спать. Вот такой тоже есть вариант. Вот. А вот это буйствует, начинает драться со всеми, танцевать без одежды на столе. Вот это Бетси. Как все по-разному выпивают, да? Сами. Видишь, какой интеллигентный, сейчас уснет. Вот смотри. И вот это бешенство. Что, Бетси? Косидзе? И все из-за этой мяты. А по запаху просто сено с сеном. Ничего в ней особенного нет. И вот такое творится. Сейчас будет думать, чтобы напоганить такое. Дорогие мои, хочу поднять вам настроение, поэтому проведу конкурс с очень красивыми, приятными подарками. Три победителя будем определять путем лотереи, каждому присвою участнику номер, и будем с вами тянуть. Три подарка замечательных. В каждом подарке есть уход для лица, что-то для тела или волос. Есть очень дорогая люксовая косметика, есть декоративное что-то. Также есть профкосметика и различные образцы небольшие, и полноразмерные средства, и миниатюрки. В общем, я так думаю, что вам должно понравиться это. Смотрите, какие замечательные призы. Вот такая прелесть, да. И я бы хотела услышать от вас чудесную, веселую историю, любую, которая случилась с вами, возможно, с вашими детьми в детстве или не в детстве. Давайте поднимем друг другу настроение. И оставьте, пожалуйста, свой комментарий под этим видео. Веселая история. Моя веселая история. Дайте ей какое-то название. Продублируйте, пожалуйста, это название под этим конкурсным постом, который я размещу в своем инстаграм Фетисова Z. Да, нужно обязательно быть подписанным по условиям конкурса на мой YouTube канал и на мой инстаграм. Я все ссылочки вам оставлю. И также пригласите, пожалуйста, двух ваших друзей к участию в конкурсе. Я буду вам очень признательна, если у нас с вами появятся новые, добрые, хорошие зрители. Укажите, пожалуйста, их в инстаграм, их имена под своим комментарием. Если вы живете в другой стране, но у вас есть кто-то, кто примет подарок, как всегда, я готова буду вам отправить по России подарок. А так, в принципе, для участников всего мира, да, получается конкурс. Единственное, что отправка будет по России. Ну, думаю, на подарки шикарные вы уже насмотрелись. Тут и Дживанши, тут и Биотерм, и Шоконат, и Айзенберг, и Вити Косметикс корейская, Сенсей, и самые такие дорогие Кристофер Робин уход для волос, и эксфолианты, есть и помады, есть Люмине, что еще есть? Доктор Пьер Рико, опять же Биотерм, The Skin House, Freshline, Шоконат. В общем, я думаю, что вам подарки должны совершенно точно понравиться. Буду ждать вас в комментариях. Условия еще раз вам продублирую. Естественно, под этим видео определим с вами участника, ну, где-то 1 сентября. Все, целую, всех обнимаю. Прекрасного настроения. Буду с вами прощаться. И, конечно же, я желаю вам удачи. Будьте благодарны за то, что имеете. Увидимся.